А известно ли вам, кто в ноябре месяце писал анонимные письма господину Пушкину? Je ne sais pas qui a écrit à monsieur Pouchkine des lettres anonymes en novembre, ni qui en est le coupable. А вы? Вы распространяли нелепые слухи, касающиеся до чести жены Пушкина? Вследствие чего? Тогда же он вызвал вас на дуэль, которая не состоялась потому, что вы предложили жениться на его своячнице. Il est faux d'affirmer que j'ai décliné ce duel à cause de mon engagement avec sa belle-sœur. Не согласны, значит? Не согласен. Да знаешь ли ты, кого ты убил, паскуда? Посуда? Какой посуда? Да не посуда, а паскуда. Павлутич, объясни ему это слово. Оно не переводится, Александр Петрович. Не переводится. Жаль, что не переводится. Очень жаль. Присягал служить России верой и правдой, а сам? Ты же убийца. Я не присягал России. Я присягал только служить. Александр Петрович, это правда. Присяга была учинена на верность службе, а не России. Павнутич, сколько у этого по службе взысканий? 43, ваше превосходительство. 43. Что, теперь 44? И ты еще смеешь ухмыляться, мерзавец? Да я из таких, как ты в 12-м году, окрошку делал! Александр Петрович! Успокойтесь, иначе вас отстранят от дела. Пусть отстранят. Пусть. Я только хочу посмотреть на его рожу, когда ему приговор прочитают. Александр Петрович. Продолжайте.